Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Я всегда подозревал, что все это проделки этих долбанных инопланетян. Однажды во время выброса своими глазами видел, как из воздушных аномалий на Землю выпадают артефакты. Вот это зрелище, вот это красота! Но самое приятное было потом. Вышел из укрытия и насобирал почти 20 ценных артефактов, легко, не напрягаясь. А то я раньше никак не мог понять, почему это. Идешь по городу, находишь одиночные артефакты. А на сотню метров вокруг ни одной аномалии. Сначала я думал, что эта аномалия после выброса исчезла, а артефакт на ее месте остался. Теперь точно знаю, что они еще и с неба падают. Полезный совет новичкам. Старайтесь в зоне, кому не доверять.
сейчас уясню. Но не это самое интересное. Самое интересное началось ночью. Ночью я проснулся от того, что Русик меня вытолкал. Боимся сказать. По предложению Руслана мы их все там оставим. Когда-нибудь, когда у нас еще будет возможность и желание, мы в то место заглянем и еще раз полюбуемся на эту красоту. Так сказать, детство вспомним. Мужики рассказывают, что в зоне появились блуждающие аномалии. Я не знаю, насколько это правда, сам пока не видел. Только мне не очень хочется на такую нарваться. Выглядят они. Маленькие смерти. Здесь враг! Следы встал. А после, как собака, берет след и идет по следу. Не дай бог, что остановится на ночлег. Дойдет, найдет и перекусит. Потом поднимается в ту сторону. Разворачивается на 180 и в погоню с сталкером. Погоню это я, конечно, сильно загнул, но километра 2-3 в час двигается, как мне сказали. Время жизни такое аномальное. Что-то уже. Так что шансы у нас есть. Но ты мне хоть кол на голове тиши, не могу я этого понять, и все. Ну как какой-то воздушный вихрь может до всего этого додуматься, а? Нету у него мозга, нету. Воздух и пыль. В жизни не поверишь, что такое возможно для какого-то постороннего разума. Кстати, анекдот. Приходит мужик к врачу и спрашивает. Доктор, скажите. Может, это миф, легенда зоны, сказка. Мало ли по зоне всяких сказок гуляет. А если и доберемся, где гарантии того, что желание наше заветное исполнится? Недавно друга своего Кольку спрашивал. Thank you.
А то узнаешь, как легко пуля пробивает череп. Не убивай меня! Твоего напарника сейчас будут везти на заброшенную фабрику! Это все, что я знаю, млям буду! Ладно, мразь, живи. Но на глаза мне больше не попадайся. Эй, дружище, иди сюда! Помоги отбить напарника у бандитов! Давай за мной, я знаю место для засады. Поможешь, буду благодарен. Долги в долге, возвращаю. Прячься на той стороне дороги. Они скоро появятся. Открывай огонь только после меня. Идут. Сейчас мы их. Пуля, спасибо, друг. Я, блин, уже с жизнью попрощался. Это вот сталкера благодари, он мне помог. Спасибо, подходи, друг. Подходи, пообщаемся. Поговорить не получится, извини.
Получена информация о тайнике. Получена информация о тайнике.
помрет. Есть хабар, пойдет базар. Поливает ее внутрь собственного докторского организма. А теперь идите, вечером придете и принесете мне еще пару бутылок водки и консервов в банок 5. Сталкеры пошли, купили то, что доктор прописал, и кое-как дождались вечера. Вечером собрались у докторского кабинета, постучали, заваливают в кабинет, смотрят, на кровати лежит забинтованный зомби. Рядом сидит врач, шахматная доска на табуретке, и рубятся в шахматы. Врач сталкеров увидел. Ну что, хочу вас обрадовать. Операция прошла успешно. Богатырь! Считай, с того света выбрался. Вам друга спас, себе партнера по шахматам. Откуда ты такую ботву таскаешь? И на выход из кабинета. А консервы? Ты кто такой? Радаре искал, не нашел. В Припяти искал, не нашел. На свалке искал, тоже не нашел. Сезону прошел, все равно никого подходящего не нашел. К друзьям обращался, тоже не помогли. А жениться-то хочется. Совсем было, отчаялся, да случай помог. Зажал он как-то одного бедолашного сталкера в тубике. Сначала хотел убить, да про женитьбу вспомнил. Так я ты кто такой? Пущу тебя живым, если поможешь мне невесту найти. Хочу, говорит, жениться. Сталкер подумал, да и отвечает. А давай я тебя со своей тещей познакомлю. Женщина уже давно не замужняя. Замуж хоть за черта согласна, лишь бы взяли. Ну, что же ты снова приволок, касатик? Показывай.
зачем по зоне шаришь? Я бы просил, как минимум ящик, два ящика водки и два ящика хороших пива. Вы же знаете, хотя частенько одну-две бутылки. Ну, как средство. Ты кто такой? И оптику протирать, или помимо друзей лечить, ну, дело не в этом. Он принял что-то. Как-то раз, а я не могу чувствовать. Поговорили за встречи, а он опаздывал. Эй, сталкер, помоги! Открой эту чертову... Спасибо, друг! Я твой должник. Ты спёкся! Отдохни, парень! Пацаны, опас! Ты кто такой? Ты кто такой? У вас ничего серьезного.
Получена информация о тайнике. Ребята, пожалуйста, отпустите меня! Не надо! Я вам денег дам, да все отдам! Ты кто такой? Гуляет пуля. Сынок впереди бежит, а и умиляется по голову. Ты кто такой? Трой мальчуга носится между деревьями. Оба! А мы канаем! Ствол-то прибери, братишка. Эй, прячь волыну, чувак.
ствол-то прибери, братишка. Парень, ты меня напарил? Призывали нас, шухер! Система защиты лаборатории активирована и просит вас оставить артефакты первой, второй, третьей ступени развития. Система защиты лаборатории повторно предупреждает. Оставьте до входа в лабораторию все артефакты первой, второй, третьей ступени вашей абсолюты. Система защиты лаборатории повторно предупреждает. Оставьте до входа в лабораторию высшие артефакты первой, второй и третьей ступени, а также абсолюты. В противном случае данные артефакты будут дезактивированы. Ствол-то прибери, братишка. Что ж, паны?